13 сентября в КФУ состоялась встреча ректора с коллективом Института управления экономики и финансов. Лидер вуза отметил, что университет ждет ответственный период. Предстоит быть готовым ко многим изменениям. Все результаты будут зависеть только от того, насколько эффективно удастся выстроить систему взаимодействия. Для успеха есть все предпосылки. Этот год особенный в связи с тем, что достаточно много у нас с вами неопределенностей. И нам предстоит все время адаптироваться к достаточно быстрым изменениям, которые уже идут и которые, вероятно, всего еще нас с вами ожидают. И стабильность нашей работы во многом будет зависеть от того, как мы сформируем собственные ориентиры, опираясь на ту бюджетную основу, которую мы с вами получили в результате приема или приемной кампании текущего года. Рассказал Ильшат Гафуров и об отдельных проектах. К подобной открытости студенты и сотрудники КФУ уже привыкли. Важно, чтобы каждый понимал, что реализация столь масштабных проектов, как, например, университетская клиника, требует участия каждого, от лаборантов до экономистов, способных почитать экономическую целесообразность той или иной ветки развития. В конце прошлого года мы получили 3 учреждения медицинских, вы, наверное, об этом тоже знаете и слышали. Бывшая республиканская клиническая больница 2, БСМП, больница скорой медицинской помощи и поликлиника. На территории этих объектов идет колоссальная модернизация, поскольку мы хотим сделать их очень передовыми, я слово инновационные специально не использую, клиниками, где в первую очередь, которые в первую очередь будут служить для подготовки наших будущих врачей. Несмотря на полноту доклада и охват практически всех наиболее важных тем о работе КФУ, зал активно задавал вопросы. На основании вопросов можно сделать вывод о том, что волнует сегодня университетское сообщество. Отрадно наблюдать, что в университете увеличивается число тех, кто достигает новых рекордных высот, прославляя свое «Альма-Матер». Аделя Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.